Это тапочки, точнее позиция называется Slippers. Сток, новая марка C&A, размер 39-42. По-моему, не только тапочки, потому что есть еще вот такие носочки, хотя он называется позиция Slippers, да, тапки. Размер 39-42, с оленями где-то они уже, у нас они в носках где-то в каком-то лоте попадались, я помню. Далее размер 38-39, тут все теплое. Лот небольшой, 2,5 килограмма весит. Так, следующие у нас тапочки маленького размера, 36-37, вот такие. Так, надеюсь, там видно все. Так, это, знаете, это больше похоже на носки. Это, по-моему, есть носки. Здесь вот силиконовая, ну, как тормоза, да, на подошве. Размер 35-38, три пары. Теплые. Так, здесь 32-33. Указаны размеры, такие тоненькие, плюшевые. А вот они, тапки. Размер 37 здесь указан. Так, здесь 38-39, тоже такие же были, только, видите, цвет отличается. А носки очень теплые. 35-38 указаны размера. А внутри, видите, с начесом таким. И они очень мягкие. Так, 39-42, еще одни тапочки. Канда, это все C&A. Тоже вот C&A, ну, Канда, линия Канда, размер 39-42. Мягкие, удобные, это тоже на подошве силиконовые вот эти точечки расположены. Так, это смотрели, не смотрели, ну, в общем, видели, сейчас показал. Так, 40-41 указан размер, женские, ну, в основном все женское, что-то мужского я пока вроде как не наблюдаю. Размер 35-38, носки очень мягкие, забыл, как этот материал называется. Очень мягкие домашние носочки. Далее у нас здесь размер 39-42. Тоже практически везде есть вот эти силиконовые точечки. Носки 35-38, то есть слипперс, но, как видите, все в перемешку. То есть микс какой-то получается из носков и тапок. Размер 36-37, что-то подобное. А вот, по-моему, они, да. Повторы, видите, есть. Вот еще один повтор, 35-38. Тоже мягкие домашние. Можно в кармане носить. Пошел в гости, достал с кармана свои тапки, одел, да, все. Так, такие же тоже были, повторы есть. Вот 38-39, здесь у нас с цветочком. 35-38 указаны размеры. Далее тоже вот мягкие домашние тапочки. Правда, размер что-то не указан. Ну, небольшой, по-моему, 36-38 примерно на глаз. Так, 39-42. Прикольные носки. Посмотрим, что у нас в составе здесь. Так, акрил 88%. Акрил в основном. Далее идет синтетика. Носочки тоже, видите, силикон. 35-38 марка Канда. Здесь у нас 36-37 указаны размеры. Красивые, яркие домашние тапочки. 35-38 размера. Ну и напоследок вот носочки остались такие. 35-38 указаны размеры. И на этом все.